забирает подбор на своем щите. Но вот помимо того, что для него это юбилейный матч, 350-й, сегодня может быть еще один. Ротен Мейс очень много времени с мячом проводит. Армейцы этим пользуются. Обокрали канадца. Руженцев ранен. 4 очка до рекорда всех времен. Хенлан. Похожая атака, на самом деле. Наверное, опять же, сравнивая Хопкинса и Жан-Шарля, у Хопкинса более стабильный бросок с дистанции. Хенлан. Такого движения мяча, как у того же ЦСКА, команда последняя по результативным передачам. Вообще, среди всех команд. Но вот при этом и она становится для Мартина четвертой в этом матче. Хенлан на Жан-Шарля. Ливио снова проверяет свой. Управляет. При том, что вроде бы есть цена площадки и Ротен Мейс. Но сейчас вообще на нем внимание не акцентировано. Полетел. Но не по исполнению. Скидка на Хопкинса. Шанс для ЦСКА убежать быстро отрыв. Тримбл в раннем нападении. Атаковать не стал. Зато набирает болельщикам. Хочется увидеть победу. Болельщики понимают, что нужна поддержка. Ухов. Грубейшая ошибка. Енисей. Мейс. 17-я попытка. Снова мимо. Руженцев в раннем нападении. Хенлан набирает 2. Енисей. Мартин набирает скорость. Обокрал его в итоге Джигири. Хенлан в быстром отрыве забивает. Довольно быстро вернулся в игру. 82-74. Хенлан с мячом. Нужна армейцам трехочковая атака. Хенлан забивает.